У Ани Ежовой это 1 сентября особенное. Она не просто пойдет в первый класс, она будет учиться в той же школе, которую закончил ее старший брат, мама и даже бабушка. Выбор в пользу лицея номер 15 мама Аня, Ольга, сделала сознательно. Я думаю, что много будет у нас и праздников, и учебных мероприятий. В общем, здесь настолько замечательно организована вся работа и с детьми, и с родителями. 1 сентября – день, который для некоторых школьников овеян грустью. Лето подошло к концу, а впереди домашние задания, уроки и оценки. Вспоминая свои годы, проведенные в стенах 15-го лицея, Ольга Ежова признается, что тогда учиться было проще. И дело даже не в сложности школьной программы. За детей переживаешь больше, за их успехи, конечно, и радость выше, за их достижения, вот, за их неудачи расстраиваешься больше. 1 сентября – это день, когда педагоги с большим воодушевлением отправляются на работу, чтобы увидеть, как изменились и повзрослели мальчишки и девчонки за прошедшее лето. Встретить первоклашек и в последний раз на празднике осени увидеть выпускников. Мы без детей свою жизнь не представляем. Понимаете, каждый учитель в любом случае 1 сентября ждет. Приходят новые дети, новые задумки, новые успехи, новые достижения. И, конечно, это праздник. Учеба в школе – дорога с двусторонним движением. Для первоклашек впереди много кропотливой и интересной работы над собой. Для учителей – возможность реализовать свои новаторские задумки и покорить новые горизонты преподавательского мастерства. Кирилл Васенин, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.